Купальный сезон в Югре может и не наступить. Сотрудники Роспотребнадзора до сих пор не приступили к проверке пляжей. Дело в том, что пробы воды и почвы берутся при определенных температурных условиях. Пока летняя погода не устоялась, специалисты не могут провести эту работу. Однако, как нас заверили специалисты, в Нефтеюганске, Белоярском и Советском районах пляжи официально одобрили. Всего же в Югре 20 таких площадок. Роспотребнадзор предупреждает, что купание в неразрешенных местах может привести к проблемам со здоровьем. Так, жители Октябрьского района 5 лет назад после купания почувствовали зуд и жжение. Оказалось, в воде были личинки гельминтов, которые легко проникают в кожные покровы. Тогда заболело 25 человек.